Друзья, всем привет! Покажу сейчас в двух словах, буквально расскажу, что тут да как у нас с новым обновлением. Ну и, собственно, погнали, да, запускаю. В общем, друзья, ситуация такая, да? У меня сгоревшая видеокарточка, и на ней я, ну, не все могу сделать, такие вот дела. Поэтому, ну, что-то могу сделать, а что-то не могу. И, в общем, сейчас я вам показываю, что я сделал за последнее время к нашему Skywind. А и вот это вот обновление, которое выйдет, это просто грандиозное будет обновление. Просто такого еще не было. Я специально показал вам обычное что, чтобы вы видели, что у меня Skyrim сейчас не запущен. Так, мы поудаляем пока все записи тут. Все вот эти все уже не нужно. Короче говоря, друзья мои, основной проблемой у нас в Скайвинде было, как вы думаете, что? Я думаю, эта проблема была как минимум половины всех ребят, которые играют в нашу версию Скайвинда, вернее, так будет сказать. Это старт новой игры. Я пофиксил этот баг, друзья мои. Это, конечно, титаническая была проведена работа, но теперь, друзья мои, смотрите, это просто какое-то волшебство. Ой, мне пришлось разобрать там кучу скриптов, кучу квестов вот этих вот стартовых, все это, чтобы переделать. Были такие большие куски там переделаны в коде. Но теперь, друзья мои, не будет вылетов при старте. Вот это вот самое главное. Вот. Если раньше у меня была такая проблема, ну я думаю, что не у одного у меня была эта проблема. Вот. И она тормозила, ну, весь процесс. Вот. Ну, даже мне было не очень-то интересно сначала загружать какую-нибудь стартовую, то есть тестовую ячейку, потом выходить обратно в меню. Теперь этого просто ничего не надо делать. Теперь просто нажимаете старт новую игру, и как в Skyrim начинается у вас также все плавненько. Стой, куда ты? Ну ты и Соня. Как тебя зовут? Так, давайте-ка мы сразу же сменим пол. И не, стойте, и расу. Сейчас сделаю какую-нибудь. У меня вообще сейчас модов никаких не установлено, кроме ну, вот это вот пускай будет тогда. Итак, мы ее назовем какая-нибудь, скажем, Катеринка. Катеринка. Но у тебя даже вчерашний шторм не разбудил. Говорят, мы уже Вот. приплыли в Моровин. Нас выпустят, это точно. Тихо, стражник идет. Я еще сейчас продумываю фишку, чтобы джуб не мешался в этом при выборе расы. И как вы Если вы видите, туда, где вас выпустят, следуйте за мной. Но лучше сделать, как они говорят. настройка у нас теперь. Но я знал, что это будет такая штуковина. Вот.
Так, прыгать я могу? Могу. Но меню пока никакие не открывается. Несколько автозаписей было вставлено. Вот сейчас, допустим, сработала одна автозапись. Ну, то есть все как в Skyrim'е. Вот. То есть такая довольно-таки продуманная, конкретная стартовая сцена у нас теперь будет. Но, правда, пришлось переписать штук 10 скриптов, чтобы все это в совокупности заработало. Заодно сейчас послушаю звук этот новый, закрытие двери. Блин, погодка-то, конечно, не очень-то. Ну, нормально, я думал, будет. Что, у нас стражник тут стоит? Вот нужное место. Направляйтесь в док, и вам покажут, как пройти в канцелярию. Ага, иду в док. Вот. Собственно говоря, теперь... Наконец-то вы прибыли, но в наших записях не указано откуда. В этом месте теперь... Замечательно. Теперь нету... Здесь для вас самое место. Нету этой... чтобы закончить формальности с вашим освобождением. Рейс меню. Блин, вот я дебилую эту дверь забыл эту. Самую главную дверь забыл. Вот все двери починил, друзья мои, кроме этой. Ну ладно, надеюсь, мы ее откроем. Я вот эти вот двери починил, друзья мои. Так что не удивляйтесь. В смысле, вот эти вот двери. Если вы помните, то тут раньше вот так вот и вываливаешься с помощью самого вниз. Так, теперь хочу послушать звук защелкивания двери, поскольку сейчас выйти всегда не можно, но... Дальше вы не пройдете, пока не получите бумаги. Что-то я не слышал, как сработал звук. Ну ладно, значит, будем еще чинить. Прежде чем вас официально освободят. Выбирайте сами, что указать вам. Так, тут отвечать на вопросы мы не будем. Свою судьбу тоже не будем решить. Но мы выберем, скорее всего, отсюда класс Барт. У него нет никаких заклинаний. Ну и хрен бы ты с ним. Наплевать, просто... Очень чтобы хорошо. Побыстрее было все это дело. В письме, которое мы получили ранее, упоминалось о том, что вы родились под определенным знаком. Под каким? Так, знак. Ну, скажем, вот такой знак. Что, хуже, что ли, станет? Теперь, перед тем, как я поставлю печать... И да, друзья, вот сейчас будет момент один. Новая менюшка, маркер заданий. Их можно будет включать или выключать, но, ну, при старте вот игры. Если вы, допустим, нажимаете «нет», то квестовые марки отображаться не будут в игре. Я сюда вшил свой мод на квестовые маркеры. Он сделан приблизительно по такому же принципу. Но вообще идея как бы была изначально сперта отсюда же. Только тут это... Ну, в Скайвинде это дело было. Подойдите к следующему зданию и поговорите с Селосом Гравиусом. В Скайвинде это было реализовано через SkyUI. Мы это реализовали вот так вот. То есть SkyUI никакой не нужен. Иди скорее. Не могу вот. Тут торчать целый день. Кстати сказать, у нас вот только здесь у нас... Появляются эти самые, ну, менюшки все. Предметы нужные. Обмотки. Это мы уже почитали. Имя Катеринка, раса Беретонец, класс Барт, кто является ее родителями, где они, неизвестно. Так.
пять по магии, что есть, а почти ничего и нету. Драконьей кожи это, видимо, расовые способности. Так, тут класс брат описание, дополнительный навык, это магия восстанавливается. Повышение магии, это, хрен знает, какой-то, видимо, камень. То есть знак рождения, пиящий сумок тоже, сопротивление магии. То есть вообще я без стартовых спеллов вышел. Я не могу сейчас выйти в Седанин. Потому что вот этот гад, он... Но шкурки гуаров как одежду не используют. Но он, короче говоря, закрыл эту дверь, когда мы у него спросили, у меня всего пара минут, есть ли возможность пройти. Вот, кстати, его записочка. Вот видите, Гансель, подпись. Это его записка. Так, возьмем, наверное, отмычку. Так, и вот тут вот частенько у меня была проблема, то, что вот именно вот с этими дверями была такая проблема. Они были, ну, короче говоря, они недоделаны были. Я сейчас все починил, все кроме одной, самой первой, самой передней. Но я ее сейчас поставлю, я же как бы не... Так, не обращаем внимания на 15 FPS. О, видите, уже голоса. Блять, еще одну дверь забыл. Вот эту дверь, видите, поставил. Я же их всех по списку вел. А у этих двух дверей, видимо, немножечко другое название, поэтому я их пропустил. То есть вот нужно будет две двери еще поставить на место. А так вот это такие же тоже абсолютно двери. Так. Документы, пожалуйста. Я заберу их. Бля, гульденты, бля. Мое занятие не важно. Как бы то ни было, у меня есть для вас задание. Этот сверток прибыл вместе с известием о твоем приходе. Ты должен отнести его Кайл, Касадису, в город Балмор. Иди в трактир Южная Стена. Спроси там Кая Косадеса. Тебе скажут, где его найти. Косадеса? Ну, как самому императору. У меня также есть для тебя письмо и платеж на твое имя. Да что ты говоришь? Отлично. Так что у меня по... То есть вот, если вы выбрали в самом начале, чтобы марки отображались, они, значит, будут отображаться в этом случае, в нашем, они отображаться, соответственно, не будут. Еще один момент, это вот с датой связанной. При нашем установленном моде, при Skywind, выбор, где начинать игру в Skyrim, либо в Morrowind, вот эта дата меняется автоматом. То есть начинаете вы в Skyrim, дата не меняется, там идет 2001 год. А вот если вы выбрали Morrowind, то она уже меняется по скрипту, вот эта фигня. Единственное, что это вот четвертая эра, она не меняется. То есть я не знаю, как ее можно изменить. Ну, ее можно закрасить или можно ее сделать так, как я ее менял. То есть, так, у нас корабль уплыл. Такие вот прикольные делишки. А еще одна дверь в воздухе. То есть, ну, то есть вот эти вот все двери, которые вокруг вот этого дома, нужно будет всех обойти. Вот эти вот двери я все поставил на свои места. Или нет, еще одна. А еще вот эту дверь тоже пропустил. Ну, то есть, проверим. Вот эту дверь поставил на место. Так, ожидание работает? Ожидание почему-то не работает.
Друзья мои, вы на самом деле... Что это было? Когда выходите из канцелярии имперской, проверяйте, будет ли у вас работать ожидание. Я потом еще поставлю дополнительные строчки кода, чтобы вот она 100% с обрыва упали. Не ломалась. То есть, не, ну, спать-то, разумеется, можно. Но вот ожидание мне бывает, что-то ломается. Видимо, какая-то статья квеста бывает, пролетает. Держалась за свой хвост и шептала, но... Возвращайся к бутылке, Бреттон, и оставь меня в покое. В чем дело? Я с бродягой. Когда будете готовы? Только не заставляй. Спрашивай или уходи. Своей болтовнёй ты кого хочешь достанешь. Вот такие вот дела. Значит, показывать... Ну, пока вроде как бы больше особенно нечего. Что? Вот, ну, я надеюсь, вам понравится, да, вот это все дело. Значит, мне сейчас основная идет работа со звуком, звуковыми всякими разными файлами. Играть я особо не могу, и особенно тестировать тоже не могу с таким-то FPS-ом. Тяжко довольно. Вот. Ну, сами видите, да? Как медленно идет. На небо, если посмотреть, так вообще, наверное, 2 FPS. Вот. Ну все, друзья, да, спасибо за внимание. В общем, это обновление будет называться Святой Джуб. Такие вот дела. Я выхожу и все закрываю. Это запись. В общем, ролик сегодня выложу. Все, всем спасибо за просмотр.